Здравствуйте! Вас приветствует компания «Батуми Инвестмент». Что делать в дождливый день в Батуми? Конечно же, наслаждаться настоящим грузинским вином. И сегодня мы с вами заглянем в уютную винотеку «Georgian Wines Hub», чтобы насладиться и окунуться в этот удивительный мир грузинского вина, его богатство, его колорит. Пойдемте скорее, а то дождик! Кто расскажет о вине лучше, как не само вино и профессиональный сомелье? Прямо сейчас в этой винотеке проходит лекция-дегустация. Такой формат отдыха становится все более и более популярным в Грузии. И вот как раз-таки вино сейчас по факту балансирует, балансирует как раз между типичностью и уникальностью. То есть вот этот вот маятник постоянно раскачивается. Хорошо ли быть типичным и оправдывать ожидания потребителя, который читает на этикетке Сансер и ждет Савиньон Блан, который читает на этикетке Бордо и ждет там бордоский бленд, такой тельный, спелый, сбалансированный, да, или же цель вина удивлять, вызывать эмоцию, в том числе эмоцию какой-то вот неожиданного продукта в твоем бокале. Цинандали, Хванчкара, Кинзмараули – эти популярные на постсоветском пространстве вина не отображают всего многообразия грузинской палитры. Ведь в Грузии вино производят не только в Кахетии. Здесь, например, представлены вина из регионов Рачи, Картли, Имеретия, Аджарии. А подробнее о винах мы поговорим в следующем ролике вместе с профессиональным сомелье. Смотрите